Дарья непредсказуема. Летом воды чуть ли не по щиколотком, как сейчас. А во время оттепели или дохода переливается через край. Поэтому, несмотря на маломодие, нужно быть готовыми к возможным паводкам. Под контролем Акима области уже сейчас прорабатываются меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций. В этом году паводковый период в регионе прошел относительно благополучно. Однако год на год не приходится. Необходимо привести в порядок все проблемные участки. Аким области поручила держать на особом контроле ремонт гидроузла «Айтек», который играет стратегическую роль в обеспечении районов поливной водой. В ходе обследования защитных дам выявлены опасные участки. Поручено к зиме восстановить данные участки, а также гидросооружения с дефектами. Также необходимо пополнить запасы материальных и технических средств.